Здравствуйте, приветствую вас на канале HardDesetInfo. И сегодня я хотел бы вам рассказать, как на Alcatel One 2019 включить режим «Не беспокоить». Для начала разблокируем наше устройство. Далее свайпаем сверху вниз. У нас открывается шторка быстрых настроек. Мы свайпаем еще раз и пролистываем на ее вторую страницу. Здесь мы видим режим «Не беспокоить», и мы здесь его можем настраивать. Можем взять полную тишину, когда будут отключены все звуки, звуки звонков, звуки уведомлений, звуки всего, в общем. Мы можем поставить режим «Не беспокоить» только для будильника, либо же выбрать вручную приложение, на которое мы хотим, чтобы действовал режим «Не беспокоить». Например, я выбираю полную тишину, и здесь я могу выбрать либо до отключения вручную, то есть оно будет действовать до того момента, пока я его не отключу, либо же поставить его на время, например, на 3 часа, нажимаю «Готово», и теперь, видите, отображается полная тишина, и она будет длиться ровно столько, сколько я указал. На этом все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.